Вы видите, что происходит, Михаил Владимирович, у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. И мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, а для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, и переброска американских подразделений, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16, по-моему, 18 или 16 самолетов они перебросили. Мы это все видим, поэтому мы вынуждены были отвечать. Мы развернули практически половину нашей белорусской армии, фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Ну, наверное, эта демонстрация дала свой результат.